Давайте в сельской местности поедем. На мотороллере. Почему я так легко могу перевернуться на мотороллере? Это что получается? Он у меня... Мотороллер не прокачан или чё? Что с ним? Что с этим мотороллером не так? Что с ним? Баланс? Низкий центр тяжести повышает устойчивость и управляемость. У нас низкий центр тяжести минус 19. Вот, минус 20 теперь. И чё теперь? Я не понимаю. Минус 39. Чё это значит? Офигеть, все деньги потратил. Ох, ребята, потратил все деньги. Но вроде бы сейчас уже, да, полегче стало. Чуть-чуть. Посмотрим. Вон там, в том месте я уже перевернулся. А здесь я еще, в принципе, еду. Да, там еще прокачивать и прокачивать этот мотороллер нужно. Нужно. Офигеть, да. Сказочный мотороллер, конечно. Опец. Да, перевернуться можно очень легко. Давай, едем. Ну, как раз звездочек соберем. А, соберем звездочки тоже. Тоже хорошо. Звездочки собирать. 307. Почти 400. Надо хотя бы 1000 звезд собрать. А вообще, чтобы мне открыть карту, нужно 50 тысяч звезд. Но 10 тысяч звезд есть. Надо еще 40 тысяч звезд, представляешь? Это очень много. Ой-ой-ой-ой-ой. Я чуть не перевернулся. О, видишь, я даже не могу сделать сальтуху. Не хватает мне на сальтуху. Мощности. Ну, вот деньги я потратил, вроде бы стало полегче теперь. На этом мотоцикле есть. Чуть-чуть таки. Чуть-чуть буквально легче. Но все равно тяжело. О! Монетки. Почему только 130? Ну да ладно. Тоже. 130 тоже хорошо. Угу. Так, тихо. Ой-ой-ой-ой. Очень такой неуправляемый мотоцикл. Ай-яй-яй-яй, чуть не разбился. Чуть не перевернулся, ребята. Это просто что-то. Все. Едем. Аккуратно. О, нормально все. Так, здесь мы заедем, я надеюсь. Я еще, слушай, сюда не заеду сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, мы разбились, короче. Давайте другую карту выберем. Так, у меня есть гора, у меня есть город, у меня есть ржавый риф. Ну давай, ржавый риф. Поехали. На ржавом рифе. Офигеть. Главное, башку нигде не стукнется. Хотя у меня шляпа на голове, но я не думаю, что она сильно поможет. Да, разбились мы. Ёлки-палки, а давай я другой транспорт возьму. Возьму, например, трактор сейчас я возьму. Поеду на тракторе. Все. Смотри, звездочки я тоже зарабатываю, кстати. Тут главное не спешить. Переворачиваюсь уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Так, все, главное голову не ступить. Да, ржавый риск очень-очень опасно в том плане, что... Стукнуться головой очень легко. Давай, не хватает мощности. О, давай, вонючий трактор, еще немножко. Давай, колеса, крути. О, молодец. Смотри, у нас получается. Ух ты, 400 звездочек уже заработали. Так, а здесь слишком быстрый такой спуск, надо будет тоже аккуратно здесь проезжать. Так, а вот здесь вообще опасно. Нафиг. Прикинь, нормально я врезался, алё. Я на этом булыжнике остался. Ладно. Тоже хорошо. Вообще, сколько у меня этих звездочек? Дай посмотрю. Ага. 12 тысяч звезд. Тоже, блин, это мало.
Это очень мало. Давайте попробуем в команде поиграем. Так, в команде на этой машинке я поеду. Так, давай, поехали. О, так, старта не получилось, ну да ладно. Так, здесь я буду аккуратненько спускаться вниз, вот так вот. Сильно спешить не буду здесь. Едем. Опа. Аккуратно, аккуратно, главное. Есть, первое место. Отлично. Так, а здесь звезд не дают, да? Здесь, получается, только деньги дают. Еще бы звездочки выдавали, было бы хорошо. Все, идеальный старт. Идеальный старт, ребят. Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бензин пропустили, но, в принципе, я и без бензина доеду. Нормально. Вот уже все, финиш. Хорошо. Проехали. Далее. Едем дальше. Все, идеальный старт. Сейчас главное первым приехать. Главное приехать первым и не разбиться. Аккуратно. Так, ну, вроде бы эти ребятки... Вроде бы ребятки медленные. Есть, все. Наконец-то. Два раза мы выиграли, заняли первые места. Да, превосходно. 150 монет нам за это дали. Ну, не особо и много. Так, и мы проходим, проезжаем немножко дальше. Так, а это что такое за подарок? Вот это что это такое? Разблокировать кубок? А, это просто кубок. И у нас здесь, смотри, ребята, есть еще машинка одна. О, поехали дальше. Поехали, поехали. Так, 3, 2, 1, пуск. Угу. Да. Не получилось мне взять. Первое место. Большой старт. Идеальный старт у нас не получилось взять, но ничего страшного. Так, надо... Я бы и монетки собрал бы, но... Я не знаю, дают они потом эти монетки, нет? О, видишь, я на монетках остановился и только второй приехал. Ладно, короче, монеты не собираем. А просто нам нужно приехать первым. О, все, идеальный старт. Едем. О, нет. Я один-единственный, кто не смог заехать сюда, да? И получается, я сейчас... Опа, отлично, блин, сальтуха не получилась. Не успел. Да, дальше едем. Поехали. О, что-то притормозило все. Что-то все тормозит конкретно, причем. Ой, не понял. Так, ладно. Едем, едем, едем. Опа, ёп. Ёк-макарёк. Разбились мы в третий раз. Три раза мы поразбивались. Какая жалость. 25 монет. Угу. Ну что, а у нас дальше фабричный кубок. Все. Так, на этой машинке я и поеду дальше. Все, идеальный старт. Получилось стартовать. Идеально. Так, а почему я не первый еду? Алло, кто там? Дарьян Босс какой-то чувак. Смотри. Учиться прям, я не знаю. Нам надо его будет догнать сейчас. Нифига себе. Алло. Да, он уже далеко уехал. Наверное, за первым не приеду. Дарьян, молодец. Слушай, вообще, чувак. Ага. Ну, ладно, давайте попробуем еще раз. Так, Дарьян, ну что? У нас где-нибудь тут перевернется нафиг, Дарьян. Нет, смотри. Фигачит только в путь, а? Так, смотри, мы его обогнали, Дарьяна этого. Отлично, так держать. Нам нужно выиграть. Оп-оп-оп-оп-оп. Да ё-моё, так надо было тут штуку включить. Нет, смотри, какой же ты быстрый, Дарьян, а, слушай. Дарьян, босс. Да, не смог я его одолеть, этого Дарьяна. Офигеть. Так, ну что ж. Попытка номер два. Попытка номер два.
Опа, давай. Да, нет, нифига, там еще переворачивает. Это опасно. Так, смотри, а где Дариан? Дариан что, разбился? Нет, нет. Я не вижу, где Дарианчик. Или он уже умотал вперед, слушай. В натуре он уже умотал вперед. Ладно. О, нет, смотри, первая позиция, я выиграл. А где Дариан? Давайте Дариана подождем, посмотрим. Не, нету Дариана. Это Стар. А где Дариан? Слушай. А четыре или трое вообще чуваков есть? Короче, я не знаю, где Дариан. Ладно. Посмотрим, какое место я занял вообще. Первое место, ребята. Я занял первое место. Классно. Проезжаем дальше. И дальше у нас, ребята, кубок пустыни. Все, я убираю свою тачку. И на ней поедем сейчас. Все, идеальный старт. У меня вроде бы как стало получаться. Постало получаться включать этот идеальный старт. Ой-ой-ой, главное не разбиться. Так, все, едем. Кто там на автобусе фигачит. Ох ты! Молодец, слушай. Получилось у тебя. Так, где же там уже финиш-то, а? Вот, скоро уже финиш, ребята. А вот и финиш. Есть. Первое место. Первое место. Так, 64 монетки всего лишь. Ну ладно. Едем дальше. О, идеально. Тихо. Так, перепрыгиваем. Есть. О, все монеты собрал даже. Тихо. Все, здесь на ускорение. Перепрыгиваем кактусы. Монетки. Все, и мы опять первыми приехали. Хорошо. О, да. Ребята, научился я стартовать, чтобы идеально. Так, здесь можно, в принципе, кувыркнуться, можно было попробовать. Я не стал рисковать. Чтобы не перевернуться. Все, отлично. Давай, так, давай, немножко назад и вперед. Ох ты, нет. Не получается почему-то. Да, подъем не очень удобный был. А, сейчас я последний приеду. Стопудово, а. Слушай. Да, последний приехали. Ё-моё. Из этой горки. Но все равно, смотри, первое место я заработал. Уху-ху-ху-ху-ху-ху.